Я устала от желтых листьев. Быть с тобой я так устала. Здравствуй, здравствуй. Шо, официанточка, не досчиталась, да? Ну и чё? Это кто? Кто? Были вот в ресторане, да, с друзьями. Посидели, не оплатили. Да и чё? И чё теперь? Чё, жаловаться будешь, что раз или что? Да. В смысле, а что вы мне звоните, зачем? Ну так, зачем? То что, вы там меня плохо обслуживали, да. Я решил не платить, да, за столик. Поэтому меня простите. Это нормально, откуда номер вообще у вас мой? Откуда номер? Я все номера знаю. Вы меня плохо обслуживали в прошлый раз. Поэтому я не платил за столик. Понятно? И не буду платить, все. Это вы за седьмым сидели, что ли? Да. Я не пойму. Это я сидел с друзьями, не заплатил. Я не буду платить, понятно? Это с чего это вдруг? Ну, потому что я уже ушел, во-первых, и вы меня не найдете. Я не буду ничего платить, зая. Понятно тебе, принцесса? А ничего, что камеры вообще все сняли? Вы вообще в своем уме? Что вы делите вообще? И что камеры сняли? Так и что? Что думаете, меня найдут, что ли? Таких, ну, как я, знаете, как? Сколько? Так а в смысле? Прямо, ну, камеры в смысле? Все засняли. У нас, только попробуйте у нас пожаловаться на камеры меня. Есть и на входе есть камеры. Да эти вообще камеры везде. Для меня что за бред? Ничего. Понятно? Я эти камеры, извините меня, вертел на одном месте. Я не заплатил и платить не буду. В смысле? В прямом смысле. А что, я должна платить, что ли? Конечно, я вот посидел, покушал, наелся и ушел. Теперь довольный, дома отдыхаю. Ну, классно. А я должна за это все платить или сколько, что, я не там понимаю? Надо? Сколько там денег? 7800 там сколько? Было. Сколько? Да как есть 7800? 7800 за вас шестерых. Это что, да. Я за всех, за вас должна заплатить, что ли? Так все это, так пацаны покушали от души. Так вы там не только покушали, вы еще попили, и с тёлками там посидели. Это да. Я должна за это все платить, что ли? Не, ну а что ж, почему? Как говорится, ну а что ж вы меня плохо обслужили, как говорится, а? В смысле плохо? Ну в смысле а как, плохо? Мне не понравилось, я решил быкануть и уйти. Так а вы что, вы один дели на эту всю сумму, помимо вас же еще там люди были, это вы, получается, все вместе решили я почему-то депутат. Не платить? Это как я это депутат. Так получается? Я депутат. Отлично, вообще классно. Это что, получается, депутаты не должны платить за свой счет или что? Так и что, так их там было, что за бред? Сколько ртов там сидело? Я один просто самый главный среди всех сидел. Я решил, что мы платить не так будем, вас, мы их пушили. Вас было семеро, вас было семеро и три тёлки. И что, вы хотите сказать, что никто не должен платить за это, за все? Девочка моя, девочки захотели наши расслабиться. Мы их отвезли в сауну. Что нам платить там и тут за ваши рестораны эти? Ну, очень прекрасно и замечательно. Вы знаете, у нас в заведении есть камеры в клубе. Так и у что? Нас есть камеры на входе, на выходе, везде есть камеры. И что? Все это запечатлено, все. Ну и что? И завтра... Ну что? Наш администратор уже сяду. Заявление в полицию за вот только это вот все. Я сейчас уеду из города, вообще не найдете, ясно? Я сейчас быстренько отсюда, меня вообще, как говорится, сколько глобус ты крути, хуй тебе найти, ясно? Я сказал. Так а мне какая разница? Да. Мне какая разница? Я захавался, спрятался. Я вам сказала, наш администратор завтра идет в полицию писать заявление. Кому? У нас все материалы с видеокамеры все есть. Они все будут предоставлены в полицию. Там все лица запечатлены. И всех вас там видно прекрасно. Как вас зовут? Нет. А как вас зовут? Нет, Настя, нет. Я сразу вас понял, что вы Настя. Сразу понятно стало. Угу. Ага. Значит, я специально вышел. Зовут? Да. Меня Валера зовут, Жмышенко. Значит, сидел, да, я депутат, меня все знают здесь. Я здесь главный, да, город держу весь. Значит, сидел специально, когда мы уходили, да, я лицо закрыл, у меня маска. Лицо закрыл и вышел, меня не найти. Я был инкогнито.
Да мне на вас все равно, вы знаете. Помимо Да. вас там еще было 6 человек. А вот они тоже и И ходят. прекрасно все эти лица были Да это брат. запечатлены на Никто камеру. не запечатлен Их как всех надо. прекрасно было видно. Все, администратор мне сказала, что будет написано заявление в полицию А то, брат, приложением никаких не будет, всех я этих сказал. Я данных. депутат. И будут этих Я людей депутат, я здесь разыскивать. Я главный. не знаю там. А вы вообще с какой Да. целью мне звоните? Зачем? Я звоню Зачем? вам Вот сказать, что это я даже был. если вы были за этим столом, Да. это вообще бред какой-то сумасшедшего. Так и что? Зачем вы мне сейчас И что? звоните и рассказываете, И что что? вы Что? сидели за этим столом? Это что? Значит, Это еще как раз повторяю, называется? Это чтобы вы никуда нормально не вообще? жаловались, предупредить, потому что я депутат, связи на мази все. Так в смысле не жаловались? А вы не хотите оплатить счет? Кадет, Нет? с днем рождения. Давайте так, да, 8-904-028-0721. Скажи, что купил беляши в его Отлично магазине вообще. А «Магнат» и обосрал весь толчок, и заставь прийти просто убраться. Оплатите счет, который вы там наели, и все. Мне Ведь я ничего не немножко нужно поел. Я больше так от вас. Чисто выпил немного, Да мне все равно, что вы там ели, Да. пили. А ничего, судья почему Янукович, я это мой должна друг. платить за вас? Мой друг Да мне Янукович. вообще наплевать, почему Николай я Басков, должна мой платить друг. за вас? Ничего, что Николай Басков, друг мой. Григорий Лепс. Конечно, да. Что? Расскажите, да. Я вам Вот серьезно еще Владимир говорю. Путин ваш друг. Ага, да. Общались пару раз. Да. Вот. Все, смеемся. Бред вообще. Смейтесь, девочка. Значит, еще раз Ой, повторяю, бред вообще. Откуда, Анастасия. откуда вообще? Что Да. за бред вообще? Откуда у вас мой номер? Вообще, откуда у Значит, вас сейчас мой я вам номер объясню. телефона? Вы меня выслушайте, Откуда? Анастасия, не перебивайте, значит. Еще раз повторяю. Я предлагаю решить вопрос мирным путем. Какие мирные пути? Я предлагаю расплатиться натурой. То есть я себя могу вам дать, ну, натурой. Что? Это как это? Я красивый. Ну, мне по голосу кажется, что не очень. А? Я говорю, мне по голосу кажется, что не очень. Я очень красивая, Анастасия. Я могу себя натурой, так сказать, дать для вас. Подарок себя сделать натурой. Расплатиться полностью за всех. Отработать сполна. Да, бред вообще, на самом деле. Не понял, что значит бред? Ну, давайте, я просто смотрю, вы, девочка, нет, ничего такая. Думаю, нет, платить нет, не нет. стану, но нет, я нет, нет, расплачусь. нет, 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 нет. Меня, знаете, меня этот вопрос вообще... Точнее, как, меня решение этого вопроса совсем не устраивает, то, что вы мне предлагаете, потому Анастасия, что... не дурите, пожалуйста, это... Такой шанс бывает раз в Это жизни. моя заработная плата. Это моя заработная плата. И вы понимаете, что с меня эти бабки вычтут. Да не вычтут за ничего, то, что я вы просто тупо я ушли, договорился. Не оплатили за стол. Вы понимаете? Я этот вопрос не бывает решил. Такого. Нет, ничего не вычтут. Не бывает такого. Обычно понимаете? Знаком, значит. Ничего страшного. Ничего не с будет страшного. С каким администратором вы лично знакомы? С я каким? Еще раз. Я еще раз повторяю. Ну, с каким, значит, назовите имя, с каким вы администратором знакомы, ну что за бред? Я предлагаю свою натуру, Киркоров знает меня. Какая натура? Давайте с вами бред? Встретимся, я вам покажу своего Егожу. Что вы несете вообще? Я не несу, я вам еще раз повторяю, блядь, ни за какие столы платить я не стану, но натурой максимум расплачусь. Девочка моя, я себя предлагаю, как себя, как мужчину, как орла сексуального, чтобы мы с вами расслабились. Я могу сделать кунилингус. Я в шоке, конечно. Я могу сделать кунилингус. То есть у меня из зарплаты, короче, сейчас вычтут минимум 8 косарей. Сколько? Минимум, да. Я вам кунилингус и я, короче, должна, и я, короче, должна воспринять вашу натуру каким-то образом, да? Кунилингус. Класс. Я могу Отлично. Хорошо орудовать я этим рада. Делом. Я специализируюсь с этим вопросом. Могу быстренько отработать.
Какой-то вы странный депутат. Согласен. На самом деле. Мы все депутаты такие. Что поделать? Работа такая. Как... Да. Может быть, вы мне просто папки скинете, чтобы я оплатила ваш счет? Кого? Откуда у меня деньги? Ну... Я депутат, откуда у меня деньги? Ну так а как? Ну так а как? Ну, вы я депутат. Посидели, вы отдохнули с тёлками, не тёлками. А не было там тёлок. Было классно, здорово. Не было там тёлок, Анастасия, так, я только на вас было. Смотрел там весь вечер. Три девки было, короче, они к вам подошли, они там с вами тусовались, вы их там подцепили на танцполе, какие-то там эти девки были. И вы мне сейчас пытаетесь сказать, что никого не было? Ну так, что за бред? Вы поймите меня правильно, я не такой, я смотрел весь вечер на вас, Анастасия. Вы меня вообще в глаза даже не видели. Я не я видел. Я так думаю. Я смотрел на вас постоянно, но вас не сводил с вас. Поэтому предлагаю заплатить натурой. Ага. Я так и ребятам сказал, мы когда уходили, я говорю, ребята, платить не будем. Я натурой расплачусь, это моя женщина. Все. Так, это все прекрасно и замечательно. А почему же вы ко мне не подошли? Так я застеснялся почему сначала. Почему сейчас... Ну, это прекрасно. Вот я сейчас должна за вас заплатить примерно приблизительно около 8 тысяч рублей. Сколько? За весь стол. Так я наел ну, примерно на тысячу. Приблизительно около 8. Я на тысячу наела, а они все остальные. Там 6 человек было, я только на тысячу накосаю. Да это хорошо, я понимаю. Так, а получается, вы мне сейчас ваши интим-услуги тоже на 1000 предлагаете? А что ну, с остальными на делать? На 8 я куневин, профессионалик. Шо? Ну это бред. Это не бред. Вы сейчас дома, я подъехал. Я могу подъехать к вам от работы. Я дома, да. Я смену закончила, я в шоке. Я тут сижу, плачу уже полчаса. А вы мне звоните. Да. Вот вы оказываетесь. Так я же говорю, чтобы вы не плакали, чтобы подъехал очень к вам. Интересно. Сейчас отработал вот. Я решил вопрос, сейчас подъеду. А вот самое интересное, да. Вы знаете, меня уже как бы особо вопрос денег уже не особо волнует. Ну, поэтому мне я очень интересно, откуда вы номер мой взяли. Сейчас я откуда подъеду, вы мой я номер вам... взяли, я откуда вы вообще появились сделаю. В этой хотите, жизни не моей? Отработали. Я в этом плане ого-го, то есть, ну, поймите меня правильно. Вы очень красивая, я тоже не промах. Мне кажется, что это все какой-то розыгрыш. Какой-то ужас вообще. Анастасия. Что за глупости такие? Анастасия, пожалуйста, вы меня послушайте. Вы есть в социальных сетях ВКонтакте? Да. Так давайте тогда добавьте, сейчас мы все решим с вами. Ла-ла-ла-ла-ла. Нет, я да. Так с вами не дружу. Нет. Я с вами так не дружу. Знаете да. Что? Что? Сколько глобус не крути. Пока. Не надо на меня жаловаться. Пока деньги. Пока деньги не поступят мне на счет, я ни с кем общаться не буду. Нет. Так вы, это, потому да, что Анастасия. Вы должны, вы посидели, вы поели, вы классно отдохнули, покушал, да. Вы вообще прекрасно провели время. Почему я должна за нажрался. Вас оплачивать ваш счет? Нажрался, певца пернул. Зай, напиши мне ВКонтакте, мы сейчас решим этот вопрос быстренько. Не. Да. У тебя какой-то бред, какие-то глупости. Да нет, это не бред. Вообще. Я напиши да, мне ВКонтакте, ну... я за стол заплачу. Давайте, наверное, я ваш номер передам нашему администратору. Да нет, может быть, она с вами свяжется. Она мне не нравится. Вы мне понравились, она мне вообще не понравилась. А кто за счет-то платить-то будет? Так я же хочу вам заплатить, напишите мне ВКонтакте. Баба пернула. Да. Что за бред вы несете вообще? Напишите ВКонтакте, вопрос решать будем, потому что я либо натура, либо как-то иначе. Вы меня напишите, решил. Да? Да, ну вы понимаете, что это ненормально? Где вы вообще мой номер взяли? Как это сейчас не сколько так? Времени? Что происходит вообще? Сколько времени? 4 утра? Я пришла с работы, пытаюсь спать, ложиться. Тут вообще какие-то звонки, блядь, непонятные поступают.
Что за глупости вообще? Так что я происходит? Хочу решить вопрос, потому что ж некрасиво, аж чувствую вину до души, понимаете? Покушал, а не заплатил. Ну не может такого быть. Так я решил, думаю, ну может натурой. Ну так пожалуйста, заплатите. В чем проблема? Скиньте мне просто те бабки, которые вы там посидели, наели в вашей всей прекрасной компании. Скидывайте мне на карту, она привязана к номеру. Вы можете даже никаких там чаевых мне оставлять. Я на это даже не обращу внимания. Зараза, блин. Вот такие дела, как говорится. Я готов решить вопрос, Анастасия. Напишите мне в ВКонтакте. В каком контакте? Валера, вы знаете, вот у нас администратор, я же поди закрытие смены, я же ей отчитывалась. Да, и что у нас есть все записи с видеокамеры. Вот это бред, я эти камеры, знаете, тебе дал, вот. Я их крутил на своем игуане. Камеры эти ваши, что эти камеры? Эти данные будут уже завтра переданы в полицию. Я тогда приложу данный номер телефона к этим данным. Я был в маске, меня не было видно, я был инкогнито, у меня маска была. Да мне все равно, что у вас там было или не было, но это, ну, полный бред. Но вы о чем вообще говорите? Ну, давайте как вообще у вас мой номер оказался? Сейчас, ну, сконтактируем и решим вопрос. Что мы с вами решим? Ну, вопрос решим. Вы мне скинете бабки, которые вы должны мне, или что? Так вам не нужен тогда мой контакт. Вы можете просто скинуть деньги по номеру телефона. У меня карта привязана. Да это бред. А почему я должна за вас платить? Так почему я должна платить за вас? Вопрос. Почему? При чем тут контакт? Зачем мне решать с вами вопрос где-то там? Зачем? Так я хочу ВКонтакте вас добавить, посмотреть еще раз и скинуть вам. А это что-то изменит, я не пойму. Да, что за глупости? Я хочу просто, чтобы у меня был ваш контакт, вы мне очень понравились. Это прекрасно, да. Это прекрасно. Я очень сильно рада за вас. Скидывайте, пожалуйста, деньги на этот номер телефона. Так вы мне контакт скиньте, Анастасия. Я вам обязательно напишу. ВКонтакте. Я сейчас да я найду вообще, ваш контакт. Я хоть куда угодно найду, готова блядь, вам меня, написать. Вот как я только... депутат, у меня связи ФСД, МСД, ПЗД, блядь, везде есть. Деньги. Я сейчас найду ваш контакт, я вам сейчас сам напишу. Вот как только вы мне скинете деньги, я готова на все. Прям на все. Оу. Ну, конечно. Оу. Ну, такое тоже. Ну, а я что, бесплатно работать должна? Ну, что за бред вообще, конечно. Это бред. Классно вообще, обалденно. Посидели типы, классно, с тёлками потусовались, поели, попили. У них все прекрасно, замечательно. А какая-то девочка должна заплатить за всех, что ли? А что это такое? Это поведение мужчины, что ли? И вы сейчас утверждаете, что вы мужчина? Это как это вообще? Что за глупости вообще? Зай, ну давай не будем усугублять. Ну добавься ВКонтакте, мы сейчас решим этот вопрос. Нет, давайте вы мне деньги скинете так, на карту, и мы потом уже с вами пообщаемся. Я же хочу смотреть на вас, понимаете? Ну вот как скинете деньги, которые вы должны были скинуть за счет? Вот тогда мы с вами пообщаемся. Нет, договорились? Хочу, давайте мы с вами ВКонтакте, вы мне напишите быстро. Не-не-не-не. Нет, так дело не пойдет, знаете. Я завтра вот этот номер телефона передам обязательно администратору. Так, ладно, давайте не усугубляйте ситуацию. Я еще раз повторяю, сколько глобус ты крути, меня найти, блядь, понятно? Я инкогнито для всех, я депутат, блядь, скрытный. Понятно, я хожу в маске, у меня маска петуха, да, и не найдете, ясно вам. Ну, я же говорю опять-таки, видеокамеры у нас есть. И в заведении, и на выходе, и в фойе есть видеокамеры, там прекрасное освещение, там все лица видно прекрасно. Да нет, я там думаю, что мы вас очень быстро найдем. Там муляжи. Два вора встретились. Что за бред? Нет, у нас муляжей никаких нет. Не-не-не. У нас все камеры рабочие, нет. Когда у нас работает. Я блокировал камеры.
Мы вас очень быстро найдем, я так думаю. Мы Я блокировали вообще не понимаю, камеры. с какой целью У вы мне меня вообще сидел вместе звоните. знакомый тут со мной работник был. Он блокировал камеры, как вот это в игре вот этой, как он называл, Watch Dogs. Он там блокировал, знаете как? Там вообще ничего не было видно. Ясно? Я камеры заблокировал все. Шо? Я вас услышала хорошо. Ну так что Я ВКонтакте номер напишите телефона мне. ваш администратору передам. Я ВКонтакте номер Валера телефона администратору Гладиатор. передам. Валера Гладиатор. Хорошо, я за вас рада, Да, молодец. добавьте мне ВКонтакте, сейчас вопрос решится моментально. Да, Да. да, да. А Валера я жду от Гладиатор. вас оплаты вашего счета. Я оплачу вам, напишите мне, вопрос будет решен быстренько. Хорошо. Напишите, да, Валера Гладиатор. Да. Все, Анастасия, целую, обнимаю. Я вам сказала, ваш номер телефона передан будет администратору, А все кому? видеозаписи есть, и все они будут переданы в полицию, и Да вас за будут что, а? разыскивать, Ну да. за что, принцесса? Я же влюбился как пацан, поймите меня правильно. В каком смысле? Я в вас влюбился, и все. Не могу без вас дальше жить. Это повод, чтобы не оплачивать счет? Это повод, чтобы с вами пообщаться. Ну так, пожалуйста, скидывайте те деньги, которые вы должны за счет, и мы с Да. вами пообщаемся. Так я ж хочу ж с вами ж это, ну, контакт наладить, чтобы скинуть. Ну, пожалуйста, скидывайте номер телефона, у меня к карте привязан, Валера пожалуйста, я жду. Гладиатор. Да. Что? Где вы там? Не вижу, чтобы на Зелинку у вас ВКонтакте уведомлений нету. Я поняла. Валера Гладиатор. Баба пернула. Хорошо. Я сейчас, кстати, пернул. Шо? Я вас поздравляю. Настя, я тебя люблю. Вы Пойми меня молодец. правильно. Что? Я тебя люблю. Не понял? Смейся, смейся над моими чувствами. Вот так вот ты, да. Смеешься над моими чувствами, да. Я понял. Так вот, да, ты смеешься, ты разбиваешь мое сердечко. Ясно. Вот так вот, да, вот так вот ты со мной, да, поступаешь. И ты, я тебе вообще, не стыдно. Вот так, да, вот Глупости, так что вот, да, происходит со мной. вообще? Вот так вот ты Это со что мной, происходит да, вообще? Настя. Вот так вот, да, Настя. Вот так. Вас как зовут Никак еще раз? ты не Повторите, пожалуйста. Я сердечко забыла. мне разбиваешь, Алло. понятно? Валера. Алло, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Валера. Валера. Да. А откуда у вас мой номер? Скажите, пожалуйста. Да. Откуда у вас мой номер Я вас телефона? давно уже люблю, сижу, да, хочу с вами пообщаться, влюбился. Да? Ну, как-то вы это, я даже не знаю. Я влюбился еще давно, смотрю на вас, такая принцесса хуя красивая, боюсь подойти, а тут думаю, там я познакомлюсь, а вы как со мной? Сердечко мне ломайте. Настя, поймите, у меня сердце не камень. Поймайте, не камень вообще. Я вас люблю, зая. Это как-то связано с тем, что вы не обратили счет? Это вообще никак не связано, я просто люблю вас. Это какое-то сумасшествие. Да. Я сам в шоке, я не могу без вас, Настя. Мне сердечко ёкает, ёкает в груди.
знаете, зайка, Настенька, кошечка моя, кисонька. Кс-кс-кс-кс. Я, если честно, нахожусь в шоке, потому что время уже позднее. Анастасия, моя принцесса, моя малышка страстная, моя королевна, мое солнышко ясное, мое страстное, моя королевна, Настенька моя малышка, моя сладенькая бусинка, моя принцесса, любовь моя, моя красавица, моя нежная киска моя, любимая, ты как одна луна на свете у меня, ты как звезда в небе для меня, я без тебя не проживу ни дня, я только лишь хочу тебя, Анастасия моя, моя ясная, моя сладкая, моя любимая, моя нежная, моя солнышко, я люблю тебя, малышка. И поменяю, и могу из тебя. Я не могу без тебя. Я люблю тебя, зая. Мне кажется, я в шоке. Не понял. Я тоже в шоке, мое сердечко бьется, не останавливается. Вот сейчас еще немножко и выпрыгнет. Это нормально? Что происходит вообще? Это какой-то розыгрыш? Что? Что творится? Настя, пойми меня правильно. Пойми меня правильно. Что это за песни? Не понял. Что это происходит? Настя, я что, сейчас... Что происходит? Ну, ты пойми меня, если ты мне не веришь, я сейчас возьмусь за... Ой, возьму свое секретное оружие, подключу артиллерию. Понимаешь? Самую мощную. Пойми меня правильно, я сейчас возьму его. Я возьму его сейчас. Понимаете, о чем я? Это что такое? Ну, сейчас узнаете. Сейчас. Ружочек. Настя, это моя, ну, это вторая Настя, я назвал в честь вас, Анастасия. Ну, родная, погнали. Что происходит вообще? Что? Алло. Да, да, Настя. А что случилось? Где? Что? Что это за звуки были? Что там, кого-то убивают, что ли, или что, я не пойму. Да не, это я пылесосил, вымазал здесь пол и убирал. Это прекрасно. Вот да. Скажите мне, пожалуйста. Да, да. Это как долго вообще все будет продолжаться? Вот ВКонтакте, ну, напишите. Вы мне скажите, пожалуйста, вы счет
Собираетесь оплачивать? Так я при чем, какое отношение к этому счету не имею? Я вообще не сидел там, я просто вам позвонил, потому что люблю, понимаете? В смысле не сидел? Ну так я там не был вообще, я просто люблю вас, понимаете? В смысле, я не просто, был? Я был там, да, но я там не сидел, ничего не ел. Просто рядом был, я видел все, но я вас, да, за вами наблюдал, понимаете, весь вечер я на вас смотрел. Я даже ничего не съел. Это все бред какой-то, если честно. Ну, я этот номер, конечно, передам администратору. Не-не-не, не надо. Это, вот в этот номер можете записать, написать «любимый». Нет, я его обязательно администратору передам, если вы не собираетесь оплачивать. Кого? А что я должен платить, если я если вы, не если вы, если вы счет не собираетесь оплачивать, я обязательно передам этот номер администратору. Так я ж ничего не ел, Заня. Да мне какая разница, но вы позвонили, сказали, что вы там были, вы там сидели, вы там ели, вы депутат. Вы там все. Ну, это что? Я как воспринимать это должна? А откуда вы вообще номер мой взяли? Вообще бред какой-то. Песни какие-то поете. Что за приход? Я не понимаю, что происходит вообще. Я спать собираюсь ложиться, а тут какое-то сумасшествие. Я просто сейчас подъеду, и мы все решим. Ну, я думаю, да. А, Боба. Куда вы подъезжать собираетесь? Так вам, вот, чтобы вам, так сказать, песню спеть перед сном, чтобы лучше спалось. Не надо, спасибо. Мне уже хватило, походу. Зая, вы поймите меня правильно. Я ни в чем не виноват, честно. Я вообще ни в чем не виноват. Я просто в вас влюбился. Да. Все. Я просто вас люблю, я поймите поняла. Меня правильно. Я поняла. Да. Это прекрасно. Поэтому я вам хочу, ну, подарок сделать, так сказать. Какой подарок? Ну, решить вашу проблему. Вы хотите проблему. Мне денег насчет за ваш съеденный счет скинуть? Вам не хотите? Так я не ел там ничего. Да. Я так мне чисто вообще какая разница. Рядом смотрел просто. Пивка. Кто платить-то будет? Вот мне интересно. Так а кто платить будет? Те, кто не заплатил. Ну, а походу получается я буду платить, да? Так нет, так там найдут преступников, накажут, они заплатят. Так я вы депутат. Будете в числе же? Так а я причем? Я просто вас люблю. Ну так вы же там тоже были за этим столом? Да не, я рядом был за стола. Что-то какой-то вообще бред на самом деле. Что вы мне такое рассказываете? Похоже на бред, согласен. Но... А как иначе, так сказать, ваше внимание заполучить? Вы мне можете вообще сказать, откуда вы взяли мой номер телефона? Так я же у администратора взял. В смысле? Ну вот так вот, только не говорите ей, я сказал, вот мне понравилась так девочка. Так они не раздают номера телефона. Я сказал, мне понравилась девочка одна, дайте ее номер. Вот я-то как, так как я депутат, то я свои полномочия немножко применил, да, и мне дали ваш номер телефона. Ну, такого не может быть. Вот, поэтому, так сказать, я очень рад вас слышать был, Анастасия. И для меня это подарок судьбы, что я с вами пообщался, да. Поймите меня правильно, поэтому напишите мне ВКонтакте. Валера Гладиатор. Гулак. А? Нет. Валера Гладиатор. Я поняла. Напишите, да? Да, я поняла, что за счет придется платить мне. Да нет, мы я решим. Мы с вами уже почти семья, поэтому все будем делать вместе. Я возьму Какая на семья? Себя такую ответственность. Да.
Семья. Бред. Ну вот скиньте мне прямо сейчас денег за счет, и мы с вами точно уже семьей станем. Нет, так не считается. Так не делается в семье. В семье, а как это так быть... не считается? Почему? В семье должно быть все по-другому. Вот вы мне напишите ВКонтакте, а вопрос уже этот мы решим с вами. Да. Ясно, понятно. Да. Вот, поэтому напишите, да, ВКонтакте сейчас. Валера Гладиатор, да. Найдете сразу, думаю. Да. Ясно, я поняла. Хорошо. Хорошо, да, напишите. Я буду очень ждать, Настя. Да. Ладно. Ну все, целую, давай, я жду. Хорошо. До свидания. До встречи, принцесса. Да. До свидания, да. До встречи, любимая. ВКонтакте. Напиши мне, пожалуйста, любовь моя. Да, да. Я здесь.